упражнение диагональные выпады, исходное положение, узкая постановка ног. Мы выполняем зашагивание ногой назад, следим за основными моментами. Это прямой угол между голенью и задним бедром в коленном составе. Следим за тем, чтобы ваш таз не поворачивался следом за ногой, которая выполняет зашагивание. Для нас важно почувствовать натяжение в ягодичной мышце за счет уведения ноги назад и немножко в сторону. Удерживаем поясницу в прогнутом положении, слегка наклоняем корпус вперед для того, чтобы почувствовать лучшую растяжку в ягодичной мышце. Садимся глубоко, не касаемся коленом пола, бережем свои колени. Встаем без рывка за счет усилия мышц бедра и ягодиц. При выполнении выпрямления ног мы выполняем выдох. И выдох достаточно.